уже как-то жалко, не вышло в основном составе. Жалко, потому что надо было бы им выступать чаще. И, ну, судя по всему, да, уже. А Лейла, в принципе, не готовилась на вот это плохо. Этот, вот эти большие разрывы между стартом. Март, после марта уже пойдет в июне череда. Практически, mm-hmm. да, будет время немножко подготовиться к играм Брикс. Ну и Вика Листунова на старте. Два винта у нее в квалификации совсем не получились, к сожалению. Давайте смотреть сейчас. Надеюсь, все получится. Рандат фляг. Да, уже совершенно по-другому. И да, вылет. Да. Все получилось. Хорошая фаза полета. Кроме приземления неточного. Но, в принципе, она довольно легко взлетела, да? Ну, правильно ты заметил, что какая-то работа над ошибками проведена. Видишь, какая фаза хорошая? И крутая, и высокая. И довольно чистая, потому что, я еще раз повторяю, абсолютно вытянуть это тело довольно длинное. Здесь очень на сложно. Эмоции, посмотрите, во время разбега я это представляю, тяжело. Насколько ей нагрузка. Может быть больно сейчас и бежать даже, потому что действительно эти да. мешают Ладно. Хорошо выступать. Главное, она сделала прыжок для начала, для старта она заработает сейчас хорошую оценку себе за 14 баллов и пойдет дальше. Хочется просто немножко оправдать как-то, верю. Потому что мы не привыкли видеть... Так, здесь судьи даже все встают со своих позиций, чтобы...